наши болельщики. И в минувшем году наша всесоюзная ассоциация бокса профессиональная была принята в состав Всемирного боксерского совета и Международной федерации бокса. Советские профессионалы уже провели 31 бой с зарубежными боксерами в Советском Союзе, в Англии, Италии, США, Франции, Монако, где одержали 29 побед из 31 встречи. 5 советских мастеров наших профессионального бокса включены в международный рейтинг. И выходом на голову. Серега, сделай, сделай. Серега, не спеши. Среди профессионалов Александр Пускунов или Сергей Степанов. Очередные бои за звание чемпионов Советского Союза среди профессионалов состоятся 29 сентября в Краснодаре и 6 октября в Харькове. Подумай, инициативу не отдавай. Это какой раунд закончится? Ну что, уже поздравлять надо. Смотри, не бросайся. Левый прямой молодец. Питер, ты сломай! Thank you.
редакция международного журнала о боксе и боксерах «Гон», спортивное приложение к популярному ежемесячнику «Совершенно секретно» и издатель журнала «Московская штаб-квартира Международной ассоциации «Детектив и политика» приготовили в нашем свидании приз. А кому он будет вручен, вы узнаете в окончании боев сегодняшнего дня. Итак, приз журнала, международного журнала о боксе и боксерах, участников наших соревнований. Поединок был очень интересным, но я хочу предупредить вас, что у нас еще впереди два суперинтересных боя. Так что распределите силы по дистанции, так как это делают боксеры. Еще два интереснейших боя. По 6 раундов каждый. Поднимающийся прав. Первого чемпиона Советского Союза среди профессионалов. Вручает награду победителю президент Всесоюзной ассоциации боксеров, президент Восточноевропейского бюро Всемирного боксерского совета Эдмунд Липинский и президент Универсальной боксерской ассоциации, президент интерконтинентального турнира «Золотая корона» Виктор Хуго Фернандес. Хотелось сказать.
Сергею Степанову 22 года. Боксом занимается 8 лет. Провел 186 боев и в 162 одержал победы. Тренер Валерий Власов. Красивый букет цветов вручается победителю, представителям кооператива «Антей». Он богатенький у нас. Спасибо, Антей, дайте отдохнуть. Впереди у нас два интересных боя, и поэтому, думаю, как уже вас предупреждал заслуженный артист Республики Лев Чемелов, распределите свои силы. Садитесь, товарищи, на места, приготовьтесь. Но у нас пауза наша продолжается. Если вы сядете по местам, даю вам слово, я сейчас вам представлю такого человека, что ахнете. Но только вы должны сесть на места и сосредоточить свое внимание. Сейчас проводим победителя потом. Победителя приветствует девушка из фирмы Александра Овчинникова. Рассаживайтесь, ребята, рассаживайтесь. Вечер продолжается. Еще много интересного впереди. А теперь внимание, что? Да, садитесь, ребята, вы загорали. Но сейчас как раз не страшно, сейчас вот. Посмотрите, где я стою. Куда прошли? Пошли на ринг. Разрешите? Ребята, дайте дорогу. Такого человека веду. Сейчас скажу, кто он. Скажите спасибо организаторам сегодняшнего вечера. Ну, а как же? Во-первых, внимание на ринг. Во-первых, это член исполкома Всесоюзной ассоциации бокса. Но это еще не все. Исполком имеет... Заранее вас предупреждаю. Постарайтесь его как следует приветствовать, иначе... Впрочем, слушайте... ...на колдунов России! Юрий Васильевич Тарасов, колдун России в четвертом поколении. Прошу вас, Юрий Васильевич, микрофон. Внимание, внимание, а то будете заколдованы. Дорогие друзья, дамы, господа, мне трудно говорить после Юрия Владимировича Никулина, но хочу вас сразу предупредить. Меня вы будете слушать без свиста. Ибо если колдун России Юрий Тарасов свистнет в ответ Юрию Никулину, придется еще раз строить цирк. Ну что, Юрий Владимирович, не надо? Только из уважения к вам, только из уважения к вам. Дорогие друзья, не скрою, вначале я был немножко расстроен. Я просил президента Всесоюзной ассоциации бокса товарища Липинского выставить меня не в качестве колдуна, а в несколько другом качестве. И я ему обещал, что в первом раунде вынесу любого тяжеловеса. Он не согласился. Но только что закончившийся бой поднял мне настроение. Я увидел, что есть еще мужчины, которые в кризисной ситуации могут драться до конца. Как вы знаете, история и традиции кулачного боя, как и чернокнижие России, в нашей многонациональной стране насчитывают многовековую традицию.
И российская магия сделает все возможное, чтобы возродить лучшее в этих традициях. Мужество и мастерство боксерам не заменять. Главное, чтобы не забыли о благородстве. И еще два слова. Слава победителю, а побежденные пусть помнят. Поражение – это только ступенька к победе. Спасибо за внимание. Спасибо, Юрий Васильевич. Только, пожалуйста, осторожно, у нас лестница заколдованная тут. О, хорошо. Все, друзья мои, все внимание на ринг. Шестой поединок. Итак, в шестом поединке весовая категория 79,379 килограмма. Встречаются Виктор Потехин, концертно-зрелищная дирекция «Москва», клуб «Атлет», и Сергей Цыбарев, Ленинград, клуб «Невский ринг». Судьи. Судья в ринге Александр Зайчик, город Кишинев. Боковые судьи Олег Григорьев, Москва. Юрий Пощевский, Донецк. Владимир Чурилин, Москва. Был тяжелый, был тяжелый. Был тяжелый. Вспоминаем бой, 6 раундов. 6 раундов. Я победил. Вот дальше, поедем. Судья в ринге Александр Зайчик, город Кишинев. К рингу приглашаются. Красный угол, Виктор Потехин, Москва, клуб «Атлет». Синий угол, Сергей Цыбарев, город Ленинград, Невский ринг. Красный угол, Виктор Потехин. Синий угол, Сергей Цыбарев,